вот потоп. Вот с того года у нас как крыша потекла, мы начали обращаться в Орскую компанию, которой мы платим деньги за то, чтобы был ремонт. Нам говорят то погодные условия, то еще какие-то, ну, то есть разговоры, что потом, потом. Вот в этом году уже в щиток пошел, это пошла вода, и от него пошел дым, запах.